Телефон можно у нас. Вот так, да? Значит, голосовать. А что вы перевернули бейджик? А, нет, пожалуйста. Пожалуйста. Я не скрываюсь. Вот, значит, так. Я полностью соответствую. Мишурина Елена Александровна. Да. Здесь глава избирательного. Я заместитель председателя участка 15. Да, сказала, что бумажное голосование отменено. Да, бумажное голосование. Человек мог осуществить свою волю до 2 сентября 2024 года. А если я инвалид, второй глуп, плохо себя чувствую, лежу дома, не смотрю телевизор, не знаю об этом постановлении. Об этом сообщалось. Я не знаю, где сообщалось. Мне лично не звонили. Я лично не расписывалась нигде. Не звонили. И расписываться вы, естественно, да, можете. Вот тогда знакомлю. Вы оплачиваете через МУСРУ, через портал, я думаю, какие-то вещи. Вы нет, не оплачиваю ни через МУСРУ, даже не захожу. Если вопросы уже не ко мне, вы можете обратиться в ТИК. У нас есть телефоны там, пожалуйста, вы можете их записать в наш территориальный. Значит, я теперь, значит, так как... Можете обратиться в Мосгоризбирком. Я, значит, не уведомлена, я не была уведомлена об этом, да? Значит, я теперь не имею права проголосовать, да? Вы имеете право выразить свою волю в электронном порядке. Только в электронном? А я не хочу в электронном. Я, к сожалению, ничем больше вам помочь не могу. Все, что нужно...